Редактирование профиля. Что нужно, чтобы отредактировать профиль? Допустим, мы знаем, что длина, предположим, что длина данного профиля является 10 метров. Для этого нам нужно выполнить одну простую манипуляцию. Выставить курсор, перекрестие курсора на отметку 10 метров. При шаге у нас 5 сантиметров, при шаге 5 сантиметров. Зажать клавишу Ctrl и нажать кнопочку CX. Программа растягивает наш профиль до необходимой длины. Также можно и сократить длину профиля. То есть мы знаем, что наш профиль был 7,5 метров. Мы следуем на отметку 7,5, вот 750 сантиметров, 7,5 метров. Так же самое зажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и нажимаем кнопочку CX в рабочем окне. Наша радиограмма вернулась в исходное состояние. Сейчас быстрые манипуляции для того, чтобы привести наш разрез в видимое состояние. Обнаружить наши объекты. В данном случае я увеличу сейчас время разреза, сокращу до 128 наносекунд. Для этого я нажимаю опять кнопочку CT, увеличить по оси Y. Да, соглашаемся и получаем видимые объекты на экране. Все, спасибо за внимание.